Всем привет! Вы на канале Полина Твин. Сейчас мы завтракаем. Время уже пол 11. Сварила кашу. Пшеничную, выглядит как не очень пшеничная на камере. С кофеечком. Саша, приятный аппетит. Спасибо. Спасибо. И будем бороться. В общем, мы, оказывается, сейчас поедем немножко по делам. Время 11 часов утра. Мы приехали домой к Аришуне. Ариша, доброе утро. Доброе утро. Приятного аппетита еще раз тогда. Саня, не бойся, пожалуйста. Саня приехал, там Маруся где-то ходит. И Юля пошла показывать маме дом. Здесь очень красивые большие окна. Здесь дверь, во-первых, большая, я только сейчас заметила. И вот там вот большое окно. Ну что, мы... одеваемся, мы сейчас пойдем на автобусе в город. Арина там тоже в шапке, в снуде, тоже под один цвет. Мне не нравится снуд, но как я его надеваю, почему он некрасиво выглядит. Ладно, все, вот так вот, все. Сань, пока! Ты где там? Ой. Я твои не ступила. Пока. Понятно. Засмотрелся мультиков, что он обычно любит. И все, мы побежали, то можем пропустить автобус. Ой, ладно. А если это снег, сейчас буду. Ну что, мы уже идем давно доехали. Как давно давно? Только-только зашли вот в кафе. И что, это на улице холодно, поэтому я думаю, что мы посидим поболтаем в кафе. Новое настроение, елочка. А, хотите взять что-нибудь тепленькое, думаю. Ну, по крайней мере, я что-нибудь тепленькое возьму. Ой, прохладно. Пока что куртку снять не буду, согреть немножко. Пока все не покажу, мы не начнем это пить. У меня капучино. И у Арины что это? Сникерс. А, сникерс. Тепленький. Еще должен сейчас принести Арине сэндвич, мне пончик. Я сегодня больше ничего сладкого есть не буду, мне нельзя больше. Все, приятного аппетита. Все, мы поболтали немножко, как немножко. Время уже 4 часа, да, тоже. Где-то 4 часа. Мы решили съездить в Рубин. Ну, я перед этим позвонила маме, спросила, типа, можно мы что погуляем там или лучше ехать уже домой. Мама сказала, гуляйте, поэтому мы сейчас поедем в Рубин. Посмотрим Арине свитер. И, возможно, я тоже что-нибудь посмотрю. Там потом уже поедем домой. Чёрт. Ой, там новый магазин. Новый магазин открылся? Я в Рубине 100 лет не была. Я, кстати, убрала капюшон, потому что мне не нравилось, как он выглядит. Ну, в принципе, нормально. Ой, ну, это холодно опять, поэтому рука замерзла. Кстати, да, мы пофоткались, кучу фото Карине делали. Я сфоткалась только в сторис. Мы закутались, мы уже прошлись по магазинам. Зашли даже в видео. И сейчас пойдем на остановку, поедем Карине домой. Потому что время уже 6 часов. Через 20 минут уже поедет автобус из центра. Да, я тоже посмотрю. Видео все происходит довольно быстро, вот только мы сказали, что мы идем в Рубин, раз мы уже идем из Рубина. Но на самом деле мы ходили там довольно долго, я даже посмотрела себе жакет, но там был только размер M, а мне нужен был XS, смотрелось поэтому не очень. Я хочу себе жакет. Столько елок стоит вообще. Мы когда первый раз здесь шли, удивились. Пошли, у нас все равно еще времени много. Мы дома. Пьем чаечек, сейчас будем пить. Опять горячий. А, с вкусняшками. Арина купила себе шоколадку, будем есть вместе. А, там Санек с Марусей, пока нас не было, съели все помело. Я чуть тоже поела. И скоро пойдем домой. Нам еще в магазин надо заехать, там мама стирка еще. Мы едем как вам ничего не видно, но мы едем домой. Небольшой обзор подарочков и покупочек. Это мне подарила рисунок Маруся. Сейчас раскрою, сложу, вот у меня маленький тут рюкзак. Это машинка и цветочек. Я думала, это вообще пистолет. А это цветочек. Это топор и машина. Так, тихо. Это мне подарила Арина, это Саша, Рафаэлки. И я купила крыс... Ой, корм крысу. Крыс-корм, да. И все вроде, больше ничего нет. Merry Christmas, I give you my heart. Я вообще расчесала вот здесь вот все, тоже тешится. Я поела мандаринок, шоколадок.
Все, поела. Поэтому все чешется. А, и Рафаэлок поела, вот, который мне Арина подарила. Мне нельзя много сладкого, мне максимум можно одну конфетку в день. А я столько всего съела сегодня, что мне все чешется. В общем, мы заправляем кровать. Кровать! Все, мы застелили. Я, кстати, сегодня не думала, что мы поедем к Арине, поэтому я совсем забыла взять ей подарок. Поэтому мы встретимся после Нового года вместе с Ариной, вместе с Сусанной. Ну, по очереди с кем-то там, допустим, сначала с Ариной, потом с Сусанной. И буду дать им подарки. Главное, не забыть опять. Кстати, подарки я, скорее всего, то, что внутри лежит, сфоткаю. И после того, как подарю, всем выложу. Кстати, на кое-что все-таки я решила пойти. Так, я иду маме показывать. На кое-что я решила все-таки пойти. Пойду с Гошей, с Владом. И вроде все. Втроем пойдем. Хотя я сказала, что очень странный человек будет. Мама, я тебе показывала, не показывала? И ты нарисовала? Да. Да ладно. Мама, кстати, включила лампу, там музыку-то играет. А сейчас пьем очко, подоспать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До завтра.